В России заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество еще на более высокий уровень, наполнить новым содержанием, взять лучшие практики в России и в Белоруссии и претворить их в отраслевом взаимодействии. В прошлом году товарооборот наш взаимный был больше 35,5 миллиардов долларов в эквиваленте. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие на 21% снизился, соответственно, наш товарооборот до 12,5 миллиардов долларов. Но надеюсь, что мы сейчас, когда уже пандемическая ситуация улучшается, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году. Кроме того, хотел бы также поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили, были приняты по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей.